Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл. Игра Готика 3. Давайте по этому городу пошатаемся. Давай хлебца немножко съедим, хотя бы, чтобы до половины было. И вообще, где я, блин, оказался? Так обсомневался. Но те, кого поразил гневный взор Белиара, больше никак ты сюда вошел. Амуль сказал, все в порядке. Амуль стар, он впустил бы в храм всех, у кого звенит в кармане парманит. Я к вам прилетел с космоса, бля. У тебя есть для меня работа? Что? Что я тебе сделал? За что ты мне мешаешь? Если ты ищешь работу, иди в пустыню и убей кочевников. Не содерживай меня. Сейчас, нет. Все, сейчас. Я сказал тебе, уходи. Да ухожу, ухожу. Кто это какой? Зачем ты меня разбудил? Ты требуешь, чтобы мы из черной... Нет такой причины, чтобы раз... Можешь меня сейчас... Что? Ну, давай. О, сын звон... Но не... Хорошо, но даже не... Счастье. Да ладно тебе, блин, злый-то какой. Катина, блин, еще монет забрал, он не хочет давать. Проваливай! Удовольствие. Я дважды не повторяю. Вон сейчас же. Да, я тут даже не знаю, где у вас выход-то, ё-моё. Исчезни. Сейчас исчезну. Случайно я здесь достал. Какие вредные все. Я прокачаюсь, я вам еще дам тут просраться. Проваливай. Проваливай! Куда? Достали, блин. Я не повторяю дважды. А ты хоть 10 раз повтори. Тревога! Враг! Исчезни! Тревога! Вторжение! Исчезни! Тревога! Нарушитель! Я сказала, уходи. Куда я, блин, тревога! Попал? Враг! Я сказала, уходи. Ого! Демонов может. Ну ты ему показал, где раки зимуют. Да. Забрался, называется. Как мне отсюда выбраться? Ну ладно, я там не сохранялся, хотя бы у меня 1000 монет будет цела. И на том спасибо, но все ж таки. Куда я попал реально? Ладно. Так, что мне нужно? Мне нужно сейчас тогда поставить быстрый слот зелья выносливости и пить зелье выносливости. Можно было отсюда как-то свалить куда-нибудь подальше. Забрался ядрить в логово жуков. Прикольно. Мне нравится. Так, здесь можно каждого попинать. Где у меня зелье выносливости? Ванны. 100%, вода нет. У меня шнапса хватает. Короче, даем отсюда дёру. Делать здесь нефиг.
Проваливай! А, да, да. Исчезни! Я сказал тебе, уходи! Что делать? Да, я отсюда выйду. Нет. Нет. Ну ты ему показал, где радость. Так. В подвал мне спускаться там не надо. А как мне отсюда выбраться? Слушай, я попал в какую-то тюрьму реально. Смешно и плакать хочется. Обидно, да? Очень обидно. Ничего, ничего, отсюда я выберусь. Так я просто вам не сдамся. Давай, загружайся, игра. Кстати, нашел на отвернутых этих богах тоже есть контент-патч какой-то. По идее, будет нормально. Так-с, так и наперекосяк. Как бы мне отсюда, блин, спрыгнуть, чтобы не разбиться, нафиг. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Чисто теоретически я могу попробовать перекусить и с той скалы съехать. Рискнем, рискнем. Все, ура. Выбрался с этой долбанной западни. Конечно, местечко хорошее, я ничего не против, но мне против магов там воевать пока не резон, вообще ни разу. О, какая прогрузочка, большой город, видимо. Мы избранный народ. Для нас богатство... Да-да-да. Белия! Так, особым знанием древней магии. Ты что мне можешь изучить? Призыв демона, скелета, души. Души путешествия. Это, конечно, интересно. Непонятно, нафиг оно нужно. Приветствую. О. Добро пожаловать. Меня зовут... Что ты... Храм — это святилище. Мы жертвуем темным магам золота, за которые они смягчают его. Если для чужеземцев и только Амуль решает, кому будет дозволено... Я понял. Расскажи мне... Маги заботятся обо всем. Они молятся за нас, Белиару. А еще они заботятся о нашей Дани и о нашей... Но там ты его не встретишь. Он следит за всеми нами и своего... Что мне сделать, чтобы Амуль... Ты можешь, конечно, поработать на приют. А я... Да, я понял. Поработать, поработать. Позвольте... Конечно. Вот. Тебе нужно убедить Джей... Каждому плати, чтобы знать, что тут делать. Это принство. Добро пожаловать! Я Карлос! Я хочу... Чтобы он впустил... Именно. Да! Есть кое-что. Хорошо, что я могу... Что я могу сделать? У меня есть еще несколько рабов, которых я не могу... Послушай, Альдо совсем помешался на древних артефактах. Он уже купил у меня несколько рабов, которые уже ковыряют... И... Проблема в том, что в руинах водятся опасности, которые...
До тех пор, пока в руинах не станет спокойнее, Альдо не будет покупать новое. Понятно. Чистить руины. Да-да, проверь их. Если Альдо купит моих рабов, ты получишь свою долю. Как идут? Пока все отлично. Хотя... Хотя, не хотя... Что есть интересного здесь у нас? Руну хочу, хочу руну. Надо немного освежиться. Зачем здесь сковородка? Вот 300 тащу. В карман себе положу. Да. Хотел бы я посмотреть, как он это 300 карманы пихает. Что это сейчас было? А ты после чё той истории с троллями? Троллями? Да, это была идея Амуля. Он хотел зрелище, получилось хоть куда. Да не совсем такое, каким он его себе представлял. Перед лицом безжалостного гнева. Понятно, и здесь арена есть, да? Ты! Да. Что тебе нужно? Ты похож на человека, который хочет быстро... Возможно. Только мы, темные маги, я понял. Смягчить его гнев. Он растопчет своих врагов. И узнал добро под май. Прелестный у вас тут храм. Да, наверное, ты хочешь посмотреть на него изнутри. Но ты и шагу не ступишь в храм. Я уже там был. А ты как думаешь? Оказать услугу? Все остальное ты узнаешь сам. Так, ну я знаю, как туда попасть, главное прокачаться. Ты Нужно быть очень И? И я начну тебя обучать только тогда, когда... Мы избранный народ. Для нас... У тебя много свободного времени? Для Беляра. Меня... Мы избранный народ. И да, и нет одновременно. Для нас богатство, для Беляра господство. И его господство придет. И тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите заплатить собственную кровь. Да, тут бесполезно что-то делать. Нет жалости к слабым, только боль и смерть. Но те среди вас, чьи дела идут хорошо, должны... Так, здесь нету. Потому как зачем еще вам нужно золото? Перед лицом безжалостного гнева Беляра. Когда проснется его гнев, тогда будет слишком поздно. Ваши молитвы останутся... А, со стены не могу взять, ну ё-моё. Это нечестно. Я-то думал, поинтереснее. А здесь я уже был, да? Слишком тяжело. Пошли на второй этаж. Я чувствую, это одна из последних локаций вообще в игре. Содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите... Да, да, Беляру нужно золото. Я вот в чем сомневаюсь, так это в этом. Так, камень телепортации. Где ж там быть-то? И его господство придет, и тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите заплатить собственной кровью. Хотя если вдалбливать каждый раз, что там Бог,
Илиар, владыка темных сил, берет золото. Ты лучше не мешай мне. Ты же видишь, мы ненавижу, когда такое случается. Добро. Я Джефф. Можешь... Давай. Покажи. Что у вас тут есть интересного? 100. Защита стрел 90 от огненной практической... 15. Недоспех ассасина. Стоимость 140 тысяч, да? Пришло время действовать. Я темного мага, да? Ого, тут стрел. Спасибо, мужик. Болты я тебе тоже куплю тогда. Пина нет, это брать я не буду. Так, давай-ка я тебе загоню все свои ненужные нахрен щиты. Тут что-то... Раскрыли с собой хлам всякий. Нахрен. Фермера. Что тут у меня еще есть? Заклинания можно бы продавать. Апс не хочу продавать. Мечи ассасинов, к примеру. Неплохая штука тоже. Ассасина оставлю. Перкуси оставлю. Пригодится. Так, стрелы. Конечно, вопрос хороший. Стрел ассасинов продаем. Что же мне не нужен? Пира, рапира. И будет у торков тоже. С этим хламом я вот не знаю, что делать. Хрен его поймешь. Смотри, я отхожу, ухожу. Все. Молодец. Не, меня там не было, ты чё? Так, что? Наверное, он где-то перед входом в город. Так много. Солдатские палатки. Так, огненные стрелы, это очень хорошо. За большой сосуд. Блин, слушайте, а стойки с оружием есть? Где оружие-то хоть? Стой! Здесь еще что-нибудь... Нет. Мы за тобой... Меня зовут Си... Пока ты в гор... И следи за своими руками. Ясно. И придерживайся этого. Ну ладно. У тебя... Хочешь быть пол... Акрабор охраняет северный вход. Он уже давно не присылал мне отчет. И раз уже ты этим занимаешься, проверка еще... Что ты... Это красивый, спокойный, храмовый. Если. А если и. Да, все неинтересно. Научишь ты... меня драться. Блин, мне каждый может научить драться. Это чтобы магии обучить, там еще чему-нибудь. Оружие, связка оружия. Блин, а здесь-то связки оружием, ну да ладно. Кто-то хочет восстание сделать? Я, честно говоря, был бы удивлен. Так, отмычка. Такс. Здесь ничего. И как много-то растений, ты посмотри только. Да ладно, крокодил. Серьезно? Охренеть, слушай.
Я крокодилы только в Севендейс помню. В этой игре их не надо, даже не думал увидеть. Слушай, ну, мододелы, наверное, сделали. Хотя я вот, честно говоря, не знаю. Тут так посудить, очень много было изменено именно мододелами. У меня ты получишь все, если бы Белиар не одарил моих рабов беспросветной глупостью, я бы... Давай товар показывай, дятел. Не плевать там на твои проблемы. Так. О, сосуд. Блин. Заклинание, конечно, хорошо, нет. Нафиг не. Алхимию. А погоди, стоп, у него книжки какие-нибудь есть? О, точно. Нет, книг никаких нету. Возможно, будут появляться потом. Скажу тебе, что полезного. Так. Ненавижу, когда такое случается. Ну ладно, а так я хочу, к примеру, отнести. Я... Вот как? А что, если ты работаешь? Итак, каково? Ага, лады. Сначала ребятам помочь, а потом уже голову парить. Тебе... Ты имеешь в виду, ты можешь... Я... Очень неинтересно. Посмотрю-ка я вокруг. Слушать. Ты тоже станешь пользоваться. Ну хорошо. И шкатулки. Все уже был. Наверное, на раскопках где-то, да? Тебе пора идти. Да. Эта хрень. Да, где-то, скорее всего, в этих раскопках ты есть камень-телепорт. Больше негде. Бежать не можешь. Блять, вот придурок. Слов нету просто. Он красться начал. Дебил. Идиот. Не надо было в луку стрелять. Так что кто тупее, это еще вопрос тот. Ой, бляха, да вы гоните. Ладно, это не столь важно. Потом мне на запись здесь прочешу все. Мне нужно здоровье пополнить. Найти камень телепортации. Ну, полный сундук вскрыть не могу. Телепортации, где ты, мой маленький друг?
Сохранишь-ка нафиг на всякий случай. Жалко, здесь автосейв каждые 10 минут не поставить хотя бы. Больше ничего нет. Драгоценный. Гениально. Очень удачная идея бегать по руинам. В окружении волков, к тому же. А, вот, что мне он говорил, короче, волков всех зачистить. Нет, что-то мне кажется, здесь нет того, чего я ищу. Это очень маловероятно. Надо где-то в другом, значит, месте искать. Тен-тен-тен-тен-тен, а вот в каком? Мужик, есть камень телепортации? Я б купил. Так, ладно, давай-ка пробежимся как-нибудь, не знаю, здесь что ли. Ладно, зелье где там? И что же так плохо-то стамина восстанавливает? Что-то здесь где-то не так. Давай-ка поспим. Может, он устал? Честно говоря, даже не знаю. Или из-за жары такая буйня. Ну да, походу дела ему спать надо еще вдобавок. Так, смотрю, здесь два входа в город, значит, есть, да? Интересней. А, это храм. Погоди, вокруг храма себе пробежаться. Может, что-нибудь найду полезного? Да. Трава насобирал неплохо. Ты ё-моё. Интересные здесь дела. Куда это я забрался? Забавно. Вообще нифига не могу понять, это я вокруг крепости бегаю, это я понял. Так просто.
Шрифтов нифига не видно. Мне нужен подходящий ключ. Аж ключ нужен. Ключи. А без ключа слабо? Ты забрался. Побежал за камнем телепортации, блин, называется. Тихо. Так, здесь вообще ничего интересного нету. Значит, не надо бежать все-таки где-то в городе осматривать. Тут город таких размеров, что вообще хрен чего где найдешь. Разве что случайно только. Так, а где же это может быть тогда? Я так полагаю, это реально должно быть только в одном месте, это где вот эти вот руины, камень телепортации. Но я боюсь, что это надо мне к Сардоса было встретить. Сардос мне его должен был давать. Тут, правда, нечестно немножко, но правильно как бы. И в чем прикол этих решетках с шипами наружу? Кто-нибудь не объяснит? Совсем догоняю юмор. Мы избранный народ. Для нас богатство, для Беляра господство. И его господство придет. И тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Шавок поубирать достать. Конечно, круг сомневаюсь. Так просто это не будет, как хотелось бы. Ага, тут еще одни руины. А, ну ладно, я потом куплю стрел, собственно, я забылся. Ну, почти трешку стрел прикупил. Да ладно вам, дайте камушек телепортации. Избранный народ. И его господство придет, и тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите заплатить собственно. Мы избранный народ. Так, ладно, пошли-ка быстро со всеми поболтаем. Это охрана здесь стоит. Да ладно. Эй, ты, не делай... Какой? Несчастный здесь. Почему бы и нет? Потому что кочевники нападают... А... И... Мы... Вообще не интересно. Мы избранный народ. Для нас богатство,
для Белиара господство. И его господство придет. И тогда содрогнутся те, проваливай, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если я не повторяю дважды. Вон отсюда, тревога, враг! Ой. Ты чё дерёшься? Мы избранный народ. Для нас... Проваливай! Да, исчезни! Ушёл. И его господство придёт. И тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите заплатить собственной кровью. Белиар, ты не уйдешь от меня. Нет жалости к слабым, только боль и смерть. Но те среди вас, чьи дела идут хорошо, должны заплатить дань. Вот мне нравится то, что у них дань — это фиксированная ставка. То есть как хочешь, крутись, наплати. Экс. Баран, тут бегай, блин, туда-сюда. Больше ничего нет. Красный есть. Чистил. Стой! Тебя разыскивают! А чё? Грязный вор! И я, блин, только увидел руну, и здравствуйте, приехали, на. Ох. Стой на месте, трус! Так, руну я нашел. Сейчас надо ее будет зацапать. Я вот думаю, стоит ли бежать вот в эти нижние города. Надо подумать немножечко. С Римволдом. Римволдом разобраться. Да, руна. О, стрелы надо купить. Так, у кого тут стрелы? У тебя? Я. Седовит. Стрела. Блин, а у них стоимость. Вы всем издеваетесь? Дешевле, да, что-нибудь это... есть? Ее. Ребята, мне эти нравятся. Ценами, конечно, они не скупаются. Нафиг. Так, стрел купил, это купил, это купил. Все, вот надо подумать, реально туда стоит ли бежать. 127. Погоди. Казалось, там было 300. Ладно. Такс. Можно, конечно, попробовать сейчас. Оттуда вот добраться. Ладненько, друзья, буду, пожалуй, на этом завершать серию. Сейчас подумаю, стоит ли туда добираться. Туда можно еще потом бегать. Ну пока да, пока буду думать. Всем удачи, всем пока. Серия получилась беготня налево, беготня направо, прям такая.